Бирюков, номер 17. Thank you.
счет этой команды Подолье забил Артем Бикета, номер 7. Через 5 минут, 2 минуты, 15.
Личного рода команды Подолье забил Ильнур Альшин, номер 10. Финал розыгрыша Кубка России по футболу сезона 2014-2015 года наша команда встретится с коллективом «Локомотив» из города Лиски. Руководство футбольного клуба «Факел» приняло решение сделать вход на этот матч свободным по бесплатным билетам, которые будут раздаваться при входе на трибуны стадиона. При этом владельцы сезонных абонементов на домашние матчи «Факела» смогут занять свои привычные места. Начало матча в 19 часов ровно. До новых встреч на играх «Факела».